Кубка Федерации. Но здесь не получилось продраться к воротам. И контратака неплохая от Гройнцев. 2 в 1 выход. Передача на дальнюю. Бросок 1-0. Становится счет. Отличается Никита Алексейчик. Благодарит партнера за эту передачу. Но здесь действительно как на блюдечке Никита Орлов. Партнеров по команде. Смотрим еще разок. Хороший бросок в ближний угол. Но опять же отмечаем. На противоположный борт, но в общем-то вроде бы и было 30, но не точная передача. Здесь выход 1 в 0, моментище, бросок, и шайба где? Шайба все-таки в сетке оказывается. 3-1 становится счет, забрасывает Кирилл Орловский. Показывает. И в предыдущих своих поединках, и пожалуйста, Орловский шайбу отправляет под перекладину, переложил неудобную бэкхендом. Здорово. Шайбу в сетку ворота отправил. 3-1. 7 очков, да, у Орловского. И совсем немного ему остается до Ивана Иванова, у которого 4 плюс 4. Бросок по воротам. Это хет-трик. Кирилл Орловский. Вот только я сказал, что совсем немного остается этого парня до Могилевского. Он добавляет список бомбардиров турнира. Давайте смотреть еще раз. Подобрал шайбу. Хлестко бросил в дальний угол и прошил. А в этом эпизоде Степана Демидовича. Третья шайба. На предыдущем этапе Тимур Бурбис был заявлен как голкипер по номером 2 у сборной Гродненской области. А тем временем залетает еще одна. И еще шайба гродится в этом поединке. Давайте смотреть еще раз. Не зафиксировал шайбу после первого броска. И не прижата шайба. Не прижато. Но, знаете, Демидович сегодня будто бы не поймал кураж. Бросок, добивание. И счет становится 6-1. И отличается Тимофей Крупица в этом эпизоде. Ну, мне кажется, впереди получается у Гродненцев. Да, вот могилевчане там что-то кружат, комбинации. Забегания, заслоны. В общем, все это есть, да? Будто бы не в своей тарелке находится. Да, отражает опасные броски. Да, в общем-то... Выручает команду время от времени, скажем так. Но вот эта шайба. Наверное, все-таки эта шайба не залетела. Вот идет передача наверх. Да, это прямой бросок Копицы. Коллектив уже, мягко говоря, не в лучшем настроении находится. Тут только какая-то внутренняя мотивация. Бросок по воротам. Ух, какой классный выстрел. Какой классный выстрел от Никиты Копицына. Ну, куражится уже. Куражится Гродненцы. Здорово взаимодействует, ищет свои шансы. Вот сейчас конкретно, глядя на игру Гродненцы, можно сказать, что команда действительно куражится. Ну, посмотрите, какой бросок. Во-первых, бросок. Хотя, наверное, даже изначально уходит шайба с крюка. Здесь, по-моему, у Лукомского. Нет, там, кстати, не Лукомского. Так и находился Родион. Ох, сражение идет до сих пор. Бросок! И шайба где? Шайба... В сетке все-таки оказывается. Так, ну смотрим их как. А, ну нет. Ну конечно, это шайба Царькова.